Маг Валарон, Виктор, вы говорите, что величина – это не количественный показатель, а что-то другое. Тогда приведите пример величины без количественного выражения, пример студию. Нет причин не рассматривать время и пространство в едином контексте. Есть причины не давать это, есть причины не делать это безграмотно. Или не выдумать лишнего, не выдавать фантазии за реальность. Но это не значит, пространство и время никак не связаны. Уважаемый маг Валарон, вот есть мыслительный процесс человека, да? То, как он себе мыслит. И есть реальная физика. Вот в реальной физике, да, вот мы показываем величину. Вот величина, вот отсюда до сюда. Вот мы показали. Вот этот объект, это реальная величина. Вот расстояние, протяженность. Между руками это реальный объект. А потом уже, вот после констатации этого объекта, начинается количественная оценка этого реального объекта. Так вот, количественная оценка – это чисто человеческий фактор. Человек сначала ввел определение, что такое количество. Это то общее в природных явлениях, то, что отвечает на вопросы «сколько». Все. Дал определение, да, теперь мы знаем, что такое количество. А реальный объект, он был до этого, понимаете? Вот протяженность вот такая, она была. До того, как человек развился, мыслить начал, до того, как он дал определение, что такое количество, да. И дальше. Вот есть вот эта вот протяженность, да, и он может это уже количественно как-то описать. Сколько? Чтобы ему как-то описывать, ему надо оговоренные единицы. И вот у нас есть природный фактор, да, какая-то протяженность, и мы ее можем количественно с чем-то сопоставить. С чем можем сопоставить? С каким-то реальным, привычным человеку, да, объектом. С футом. Раз фут, два фут. Вот два фута у нас, да, это уже субъективный фактор. Это вот люди придумали количество, сколько? Два фута. Так что вы просили пример величины без количественного выражения. Вот у вас величина без количественного. Она не футовая, она просто какая-то, реально протяженная. А если вы хотите давать количественную оценку, вот вам башмак. Фут. Вопрос закрыт. Сосредотачивайтесь. Далее, если время и пространство в одном контексте, если причины это делать или не выдумывать лишнего, не выдавая фантазии. Но если нет, вот это разные объекты, вот время и пространство, это разные вещи, разные объекты. Пространство – это объект, в котором мы находимся, а время – это сравнительная характеристика длительности протекания процессов. Ну, связано, не связано. Так, поэтически в нашей Вселенной связано все, связано и яблоко, и муха, потому что она может сесть на яблоко. Но это не прямое следствие, это не имеет каких-то направленных отношений и связей. Время и пространство связывать бессмысленно. Это просто поэты, безграмотные люди. Они же не просто связали, они объединили в континуум. И использовали при этом фальсификацию. Да? Вот когда вы мерности геометрические подменяете временем, это вы подменяете предмет чего-то, вот, да, пространственная протяженность в одном направлении, во втором, в третьем, заданный через прямой угол, да, это предмет чего-то, раз, два, три, это предмет чего-то, вы говорили, что у вас является мерностью, пространственная протяженность, а потом вы вместо пространственной протяженности добавляете кислость. Какое отношение кислость имеет к пространственным протяженностям? Какое отношение время имеет к пространственным протяженностям? Какое отношение плотность имеет к пространственным протяженностям? Никакое. То есть это безграмотное чудо вам преподнесло концепцию, где подменило предмет счета. И вы в это поверили и до сих пор ведете эти беседы. Прекращайте. Раньше сидели в тюрьме, а сейчас сидят в компьютере. Алекс Хахетов, зачитано. Корнелий Удалов помахал опоссумом и бобром, получил 2 плюс 2 равно 7. И вот почему. 2 – это количественное выражение животных. Плюс 1 – слагаемое.
плюс 2 количественное выражение животных, плюс 1 другое слагаемое. Итого 2 плюс 1, плюс 2 плюс 1 равно 4, плюс 2 равно 7. Ну, с кучей скобок, конечно. Люди не успокаиваются, продолжают нам доказывать, что многомерность и возможность в пространстве чем-то махать, получается многомерность. Ребята, поправляйтесь. Этой головой не думайте, вам в нее нагадили. Как-нибудь возвращайтесь, что-то делайте, гигиену создавайте. Вячеслав Георгиц. По России на первом телеканале выступал физик перед журналом. Он заявил, что время дискретно. Что у них в мозгах? Ну, констатация, такие наши дела. Народ испортился. У меня ребенок 10 лет, я очень боюсь за его образование. Виктор, я переехал в город Ярославль и живу сейчас на улице академика Колмогорова. Тут Ярославль. Один из великих городов русских, да? И есть улица академика Колмогорова. Кто невнимательно следил, это мошенник, которого просто, ну, безграмотный математик, который всякую дурь выдумывал. Приехали британцы, надавали ему премии, и нашу науку после Сталина сломали в России, да? Вот вся математика поехала под откос. После вот этого вот внедрения Колмогорова. И в Ярославле есть улица этого академика Колмогорова. Это вот такая вот лютая дичь творится. И с этим надо что-то делать. Дима Катаневич, Кощейтюк, ты рупор моих мыслей. Поздравляю, вот так мою фамилию еще никто не ломал. Кощейтюк. Спасибо большое за ускорение наших проектов. Спасибо, ребята, кто помогает словом и делом. Спасибо большое. Ингварда Ингвардыч. Вот на Вью подъехала, Виктор Григорьевич, о скоростях света. Там все ваши друзья Сурдин, Семихатов, Александров. И нет у них логических противоречий. Это вот люди, ну, это жулики. И Сурдин, и Семихатов, и Александров – это те люди, которые загнули нашу науку, издеваются над нашей наукой, загоняют ее дальше, вот это в дремучее средневековье. Что у них нет противоречий? Ну, вот представьте, им прямо задавать вопрос, как у них один фотон может иметь постоянную скорость в разных системах отчета. Вот как? Вот взяли вы некую точку в пространстве, из этой точки у вас в разные стороны, да, фотоны улетают. И вот один фотон вы взяли, да, вот он летит туда. И здесь в разных системах отчета движутся ученые, да, и у них скорость вот этого фотона, допустим, вот он летит фотон, у них всех она постоянна. Но если у вас системы летят одновременно в разные стороны, как у вас скорость одного фотона? Он же не может быть одновременно в разных системах иметь постоянную скорость. Это просто, ну, люди не понимают, они не могут элементарных вещей сложить. Фотон в разных системах должен иметь разную скорость, если это один объект в разных системах должен иметь разную скорость. Если у вас один объект в разных системах, движущиеся относительно друг друга, имеет одну скорость, то у вас шизофрения. Все. Никак по-другому. О, пошел комментарий. Рыбников, Сергей Рыбников. Большая советская энциклопедия. Равновесие механической системы. Состояние механической системы, находящейся под действием сил, при котором все ее точки покоятся по отношению к рассматриваемой системе отчета. Это вот нам Рыбников говорит, что это ссылка из Большой советской энциклопедии. Ну, текст безграмотный, который он цитирует. Я не знаю, это ли вольный перевод Сергея Рыбникова трактовки из Большой советской энциклопедии. Либо действительно где-нибудь там у нас попадалось такое. Я с таким не сталкивался. Сколько я смотрел Большую советскую энциклопедию, определения равновесия были грамотные. Это вот какая-то вот шуточка. Либо Сергея Рыбникова, либо это. Чем... Замечательно, цитата, которую он привел. Все ее точки покоятся по отношению к рассматриваемой системе. Ну вот давайте. Равновесие. Безразличное на столе, да? У нас есть, да, и в этой точке безразличное равновесие, и в этой точке, да, во всех точках. А вот так вот. У нас безразличное равновесие. Волчок мы рассматриваем или не безразличное? У нас тоже безразличное равновесие. Это волчок, да? Он обращается.
А согласно вот этого определения Сергея Рыбникова, это уже не безразличное равновесие, то есть бред. Рыбников нам хочет сказать, что либо в Большой советской энциклопедии у нас записан бред, либо Рыбников сфабриковал лживое какое-то определение и притащил, чтобы доказывать, что оно не совпадает с определением Катющика. Определения могут быть разные, господин Рыбников, но определения могут быть грамотные и безграмотные. Вы привели безграмотное определение. Ничего вы этим способом доказать не можете. Просто врунишка, скорее всего. 99,9% врунишка. Если вы не врунишка, принесите, пожалуйста, цитату, пруф этого определения. Сфотографируйте год издания. Я практически уверен, что вы не сможете это делать. Дэйвка. Размышляя о пространстве, я пришел к интересному выводу. Вы справедливо утверждаете, что пространство трехмерное и непрерывное. Но у нас есть модель пространства, где оно прерывается. И вообще с ним творится всякое. Это компьютерная 3D-графика. В ней можно провести все ваши эксперименты. В ней соблюдаются все свойства пространства. В среде компьютерной 3D-графики можно абсолютно точно и полностью сымитировать реальное пространство и реальные объекты. Но в этой модели также можно и сделать его прерывным, четырехмерным и так далее. Более того, в физическом отношении компьютерная модель пространства будет иметь вообще мизерное выражение в виде носителя данных. Понять это, будучи самой симуляцией 3D, невозможно. Вот, глядя со стороны, это очевидно. Нет ли оснований полагать, что с реальным пространством может быть что-то подобное? Нет оснований это предполагать. Вот вы взяли банку воды и начали придумывать ей свойства дополнительные. А потом спрашиваете, вот я придумал ей дополнительные свойства, стали ли в реальности у этой банки другие волшебные свойства? Ну вот она вышла из банки, вода сейчас потанцует, потом запрыгнет обратно. Я придумал это свойство. Есть основания полагать, что в реальном мире от того, что вы придумали, что-то изменится? Нет оснований. Вот это вот все выдуманная история. Со свойствами пространства, с дискретностью пространства. Ее придумала группа млекопитающих, которые не могли сосредоточиться. Никакой логической связи, никакой микровероятности, что в реальном мире будет так, как они выдумали, нет. Надо не выдумывать, а передавать реальные свойства, описывать реальные свойства строго научным языком, без вариантов. Владислав Ференц. Здравствуйте, Виктор. Значит, большого взрыва не было. Это мы выяснили. Вселенная всегда была и будет. Извините, я так грубо писал, чтобы вопрос прозвучал ясно. От момента нашей жизни в будущее бесконечность и, самое главное, в прошлое бесконечность. Принципиально непроходимая бесконечность. Не получается это логически состыковать, однако, по крайней мере, у меня. Бесконечность – прошлое. Бесконечность – будущее. В каком-то моменте находимся мы. Что здесь не получается состыковать? Вот применительно к линейным величинам, это вот как оттуда до этой точки и до туда продолжать дальше. Вот где-то мы здесь находимся. Но применительно ко времени это сравнительная характеристика. Это как бы было движение, процессы продолжаются в настоящий момент. И дальше. Мы их просто рисуем в ряд. На самом деле это не линейная картина. Мы ее просто взяли так для удобности сравнения, потому что у нас нет никакого другого объекта для сравнения более подходящего, чем линия. Поэтому мы прикладываем к линии. Это вот протяженность по времени. Так что это просто образ сравнения. Тут только стыковать, тут нет объектов, какие надо стыковать. Применительно к бесконечностям у нас есть фильм «Сопоставление бесконечно больших и бесконечно малых величин». Это фильм «Бесконечность». Ролик на нашем канале посмотрите, вам, возможно, станет понятнее все это. Иметь ни одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность.
рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон логики. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катющик, телеканал «Научный трибунал».